Wine People Trophy – это немножко другой конкурс. Я знаю этот конкурс еще по временам, когда я только-только начинал. Когда я работал у Артура Георгиевича в ресторане, когда я учился в школе Wine People. Поэтому, собственно, для меня это, опять же, конкурс, который хочется, конечно, выиграть. Ну что можно сказать, что цвет у вина умеренной интенсивности, приятно золотистый. Финал особенно – это всегда некие экстремальные предлагаемые обстоятельства, в которых в реальной жизни человек, конечно, может оказаться. Which language do you prefer? German, Spanish? Он по-английски не разговаривает. По легенде, я не знал никакого языка, кроме своего родного, который, естественно, он не знал. That's Italian. It's Italian. Я максимально старался помочь, не вмешиваясь. Гамарджуба, генацвали, рогорах. Так как я знаю грузинский язык и то, как реагировал сомелье на различные просьбы, это, конечно, было очень смешно. А, так может быть, вы мне поможете? Ну, здравствуйте. Вот это действо, которое было, оно показывало натурально за пару в ресторане, в реальных условиях. Да, бокальчик для вас. Сразу сюда готовим. Любой сомелье, который работает с гостями и работает в зале, он, безусловно, должен быть стрессоустойчивым. Сомелье есть у вас? Есть. Покажи. А можно всех посмотреть? Ну, чтобы так вот одновременно столько косяков ввалилось в одну единицу времени, такое бывает очень-очень редко. Белого вина какого-нибудь нормального можно? Что жарко сидит? Белого вина? Да. Нормального. Нормального белого вина. Нормального. Меня очень сложно удивить, наверное, просто учитывая, что я работаю в ресторане, и всякое было у меня. Тяжело, вот да? Вот это прям да. Это конкурс про то, что как нужно вести себя так, чтобы понравиться зрителям. Поэтому борьба будет ожесточенная. Денис, спасибо. Третий кандидат мне был очень симпатичен, потому что у него уровень эмпатии был больше всех. За третье место в финале второго конкурса «Сомелье» по российским винам. Юрченко Денис Викторович. Мне нравится, что когда ты готовишься к конкурсу, ты растешь, ты изучаешь что-то новое, и у тебя эти знания остаются. Господин Сосновский, он, конечно, человек очень хороших энциклопедических знаний, и он действительно очень достойный кандидат. Второе место в финале второго конкурса «Сомелье» по российским винам «Wine People Trophy Russia». Сосновский Роман! Выступлением своим, наверное, не очень доволен, мог выступить лучше. Вот. Но это всегда такая игровая ситуация, не нужно действовать по обстановке. Wine People Trophy, он является абсолютно неординарным конкурсом, на котором абсолютно неожиданные люди всплывают в виде победителей. Вышел зайчик погулять, болгери сосекая, синегорье. Как говорила моя бабушка, все полезно, что в рот полезло. Надо ли объяснять ответ? Я хочу услышать мнение каждого из вас. То есть она клиенты читает исключительно? Это видно, она прям в ресторане работает. Развернулась сюда, его профессионализм сработал, молодец. Я для нее создавал больше каких-то проблем, в кавычках, чем другим конкурсантам, и она справлялась лучше всех. Она действительно играла, она была вот с ней чувствовалось, что она действительно сомелье ресторана, и я действительно туда завтра иду обедать. Евгения, она была сконцентрирована и очень внимательна. Евгения была самой лучшей. Поздравляю, вы были достойны, действительно. Спасибо. Для меня победа в конкурсе – это скорее мотивация работать дальше. Я увидела свои косяки, и я считаю, что это как этап. Нет, это не потолок, и это просто этап к тому, чтобы, может быть, стать лучшим сомелье мира. Ну что, конкурс завершился. Завершился очень хорошо. Я еще раз хочу поблагодарить всех наших партнеров, в первую очередь, благодаря которым это все свершилось. Огромное всем спасибо, вы все большие молодцы, и мы всегда вас рады видеть.
Огромное спасибо Юлиане Григорьевой, всему персоналу, кто занимался организацией этого конкурса. Было все, на мой взгляд, очень круто. Крутые конкурсанты, крутые гости, крутое жюри. Мы будем продолжать этот конкурс, и это будет один из главных конкурсов российского виноделия. Я бы хотела, чтобы это все продолжалось, и я буду участвовать однозначно.